Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 29 апреля, 6 утра. Солнце еще не встало, но я специально рано вышла в огород, буду делать бурное опрыскивание. Я уже говорила, что у нас из-за жары невозможно ни вечером сделать, ни утром в нормальные часы. Вот в 8-9, когда встаем, очень жарко. Вот у нас сейчас 6 утра. 13 градусов, плюс 13. Эта же температура была всю ночь. И поэтому я вот специально вам показываю эти галыши. Томаты ночуют, конечно, без укрытия. При 13 градусах можно не расстраиваться, не беспокоиться. Скажу вам больше, я сегодня даже не закрывала двери теплицы, потому что при 13 градусах в теплице все равно немножко теплее. Там 15-17 даже бывает. Вот сегодня самое главное у меня по плану сделать борное опрыскивание и постараться собрать чудо-теплицу. Как мы знаем, что специалисты рекомендуют первое борное опрыскивание делать в фазе бутонизации, второе в фазе массового цветения и третье в фазе образования завязи. Вот у меня в первой теплице уже по всем показаниям можно делать борное опрыскивание, потому что тут какие-то цветут, какие-то уже в завязи. И я сегодня долго обзор не буду растягивать, потому что мне нужно скорее идти наводить раствор и делать опрыскивание, пока солнышко не взошло. Видите, вот, вот там светлеет вот этот круг. Скоро там появится солнце. Но как бы я ни торопилась, мимо теплицы не могу пройти. Обзор без нее будет неполным. Все, короче, вся она со всех сторон обшита. Остались только вот в торцах две небольших дырочки с обоих сторон и коньковые форточки прикрепить как-то. Все. Про томаты в открытом грунте без укрытия хочу добавить. Видите, у них же все-таки дуги. И так будет не всегда. Вот у нас примерно через недельку будет временное понижение температуры. И ночью будет 4 градуса. Вот при 4 градусах на ночь я их буду прикрывать. Будет днем 12, возможно, они будут открыты. А ночью 4 градуса я их буду закрывать. Потому что у нас еще не будет, конечно, такой температуры, что прям рай на земле и до самого июня. Будем прикрывать, открывать. Как поют птицы, это вообще? Даже вороны каркают. Все, до свидания. У нас-то настоящая весна.